лежит в больнице, у меня вещи при себе, я думаю, что так воняет. Потом иду сюда, выхожу, тоже воняет, а это у меня на подошве говно. Я вчера на пляже был там, не скипил. Хоть знали, что так, блядь. Да, все в этом. Уже сидел, бля, буду там, сейчас иду и думаю, блядь, что за хуйня. Спал, вот и красавец. И маленький. Ну все, на Java Queen я не могу больше пост. Я сейчас постую на Planetarium. На свой канал Planetarium, который я сделал в Chattanooga, Tennessee. Я как раз ездил в этот. В Саванне, Джорджия, потом Атланта, Джорджия. И потом я поехал в Chattanooga, Tennessee. Во Флориду я не стал заезжать. Ни в Кивест, ни в этот. Ну я думал, что в Кивест заехал, но не стал. Я в Саван Джорджи, по сути дела, ездил от шелтер, который с Salvation Army, чтобы восстановить свое пособие в SSI. Это у меня вообще не SSI, у меня Social Security Disability, кажется. По поводу моего ментал. Зал перекрестный эти. Сейчас нормально. Синий солдат, знаешь, тихий. А вот так, если перекрестно делать и туго стягивать, то нормально, я же фражки себе. Я голеностоп все так фиксил, потому что я от синус актер сделал, пятка всегда была расхуять. Я вот тут вынул башки. Знаешь, как это? Че было это из карта? Это из Варкрафта, что плеймастер, это карта. Give me receiver. Hero already. Это проверять там. Прям прыжок. У меня такие же бусы были. Он там самый крутой был мастер. Я всегда, кстати, пойду. Ну, если в Warcraft. Ну, иногда я могу там кем-то еще. Я сначала играл там этим, который с повязкой, который с. Потом я пойду проходил. Да! Круто, можно поиграть, а вкус такие же, как у меня. Но у меня были не такие огромные, бля, вот такие. Вы не знали, что так, когда я в пятку пасть. Как, ну так. Я носил там чуть-чуть оранжевый свитер, эти, здесь вот эти. Че? Фени здесь. Сейчас вам ей. Сталинград. Кстати, я думаю, что граф Орлов. Орлова, три брата. Это был Ломоносов один. Потом Петр Первый был после Елизаветы Второй, или Екатерины Второй. Кто был тогда Ломоносов в Москве? Петр Первый, это был Ломоносов. Это однозначно. Нам бы в Европу окно он был там. Ай! Он был, девушка, которая царевна была, она как раз та, которая приглашенная была, специалистом приглашенным. Сейчас. А пригласил, конечно, знаешь, Александр Невский, блядь, придурок, иди нахуй, блядь. Князь, как. Приглашенного специалиста, придурок, иди нахуй, Антона. Дурак, иди на вот тут. Бонжу. Бонтон. Боне нуи. Я сис. Сисер. Шесть утра. Пять тридцать. Семь. Что такое за херня? Что такое? Петарки, блядь. Значит, Таля говоря. Значит, приглашал специалиста было. А следующим был Петр Первый, правильно? Долстроил. Питер.
как Ломоносов, что как нам бы окно в Европу, нам в Европу выехать обратно, туда, откуда вы приехали. Ну, он как, царев, че, дурак, что ли? И он, значит, Питер, что, пацаны, говорят, строят на костях. На костях пацаны строят, понимаешь, что, умирают. Как Радику государственный заказ дали бы, он говорил, кровавые дрессеры, приводят пацаны ебашат, что их дрессерами раздавливали, уже половину всех раздали. Сейчас, ну, умерли. Бабки, знаешь, что? Сейчас начинается, блядь! Это было так. Это был Ломан. У кого что болит, тот Тома говорит. Сейчас мы не знали, что так ты, конечно, это нечто. У меня вообще метеоризм. Что это такое за хрен, а вы смеетесь? Все там эти какие-то, знаешь, тинейджеры. Я вообще, мне лет 7, наверное, мать. Идёт везде, да, чекен, да. Ты дурак, иди нахуй. Тинейджеры смеются, знаешь, на мальчика светят. Знаешь, на чекен, знаешь? Еще и потерь волос, знаешь, я инвалидность уже поэтому. Кстати, у меня можно инвалидность мне получать еще по зрению. Что, минус 5 это как слепота считается, как это, даже минус 2, даже любой минус вообще. Чё? У меня не минус 2,5, у меня минус 5 и минус 5. Ничего. У меня минус 5 сейчас. У меня было минус 4,75 до этого вообще у меня в 5 классе у меня было минус 2. Минус 2,75 у меня было в 7. Почему у меня зрение ухудшается? Потому что вы меня заебываете. Потому что вы вокруг меня стресс устраиваете. Нельзя мне, ёптое, саморазвитием в период апокалипсиса заниматься. Нельзя! Нельзя прыгать! Да я в детстве круче прыгал. Ну еще маленький когда был. Это что такое? Доводят меня. Вы хотите, чтобы я ослеп? Шашки, блядь!